Здравствуйте, друзья! У нас небольшой анонс. Сегодня понедельник, 6 ноября, и ровно через неделю, в понедельник, 13 ноября, я поеду в Сан-Франциско к 11 часам утра в офис к иммиграционному адвокату Светлане Каф, которая у нас очень часто выступает на канале, скажем так, периодически, систематически. И мы поговорим о новостях, так сказать, которые сыплются сейчас как из бочки. Четверг, пятницу и субботу перед тем понедельником, вот на этой неделе, да, четверг, пятница и субботу, Светлана будет на семинаре, который проводит иммиграционная служба для иммиграционных адвокатов. И там обычно обсуждаются новинки, да, то есть что новенького и как с этим быть и что с этим делать. А новинок, в общем-то, я думаю, будет много. И самое главное, что мы получим очень свежую информацию. Поэтому, если вас что-то интересует такое в принципиальном плане, я вас призываю писать вопросы под этим видео, потому что там не будет прямой трансляции. Это офис, я в нем никогда не был. Я не знаю, что там с интернетом, как это все будет там крутиться, вертеться. Поэтому я просто запишу на видео, ну, сколько получится. Вот, а потом вывешу там, ну, может быть, один сюжет мы сделаем про офис, чтобы не путать его с содержательными там иммиграционными вещами. Вот, и так, может быть, офис, бла-бла-бла, какой-нибудь небольшой, может, вам интересно будет. Там вид хороший на даунтаун Сан-Франциско. Вот, и, значит, я как раз рассказывал сегодня о том, что если в январе-феврале, когда собираются отменять грин-карт лотерею, ее таки отменят, значит, вот я говорил, что непонятно, по какой дате они будут отрезать, да, то есть, если это произойдет. И, может быть, даже пострадают кто-то из тех, кто выиграл в лотерее DV-2018 и уже, казалось бы, вот должен попасть в страну. Так вот, я перед тем, как сесть в машину и начать с вами этот разговор, я пошел посмотрел, что там за последний час делается. И нашел статью в «Голос Америки». Не русское издание, а вот как бы основное. Вот, в «Голосе Америки». И там человек, как бы специалист по этому делу, он рассуждает. И он говорит, что самое, как бы, серьезное, что может произойти, это не то, что они лотерею DV-2019 проводить не будут, а то, что они могут порезать по тем, кто выиграл в 2018. Вот некоторые тут говорят, закон не имеет обратной силы, там еще чего-то. А закон и не имеет. Зачем же закону обратная сила? Вот просто дату назначит, и все. Никакой обратной силы. То есть есть такой риск тоже. И об этом пишут в достаточно серьезном издании, в государственном. Поймите правильно, да? «Голос Америки» — это государственное издание. И вот там об этом пишут. Поэтому мы со всем этим ворохом проблем придем к Светлане Каф и будем разбираться. Кроме того, не хочу пугать сильно, но, во всяком случае, и на иммиграцию по политическому убежищу сейчас тоже такая идет, ну, как сказать, буча, да, в ее направлении. Конечно, не из-за нас с вами, вот там по мелочи, а из-за того, что катится на страну из Латинской Америки 623 тысячи, значит, заявлений на политическое убежище, которые висят сейчас, подвисшие, и буквально забили все поры, все каналы там в системе рассмотрения политического убежища, то есть надо что-то с этим делать. И это тоже рассматривается. В общем, как бы этим занимаются, грубо говоря так, известно, что этим занимаются. До чего они там дозанимались, я не видел пока никаких официальных там или полуофициальных предложений, которые проникли бы в прессу. Я слежу, можете себе представить, что я ежедневно хожу и смотрю, что у нас за сегодня было. Я посмотрю, ну, может быть, не каждый день, но частенько, если я вижу, что-то не хватает, я иду смотрю там за месяц, за неделю, за 24 часа, что свеженького у нас по этой тематике, поэтому вы у меня как бы будете проинформированы хорошо. И
еще раз, я возвращаюсь к тому, что у каждого, кто смотрит наш канал, есть возможность задать вопрос в комментариях к этому видео. И, соответственно, я с этим вопросом пойду к Светлане Каф. Но если это вопрос как бы такой, скажем так, 20 раз отвеченный, да, то ну мы тогда не будем, да? Вот, мы тогда не будем и его задавать. Еще хочу сказать, что у нас сейчас появилась страничка, на которой мы где-то около 100 вопросов, на которые отвечала Светлана Каф, видео, да, разбили, пронумеровали. И вот есть эта страничка, и ссылка на нее стоит под видео. В общем, вот туда можно ходить. А то, с чем мы пойдем в понедельник, должно быть чем-то таким более интересным для большой аудитории. Не для конкретного человека этого или там того. Это будет немножко другого плана сюжет. Так что, ребята, я вас приглашаю. И со своей стороны, значит, обещаю сделать, что можно, но не, без обид, потому что я понимаю, что у каждого там свои какие-то вопросы, а видео мы делаем для большой аудитории, поэтому в этом формате, скорее всего, до маленьких вопросиков не дойдет. Но мы поговорим тут про западное Самоа, тут часто спрашивают, и какие-то такие вот ходовые вопросы. Счастливо!